каждый из нас будет силен духом и непоколебим перед трудностями, потому что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Матери, жены и сестры, возьмите на вооружение ритуал для защиты воина от той, которая ведает. Купите 3 небольших навесных замка, разомкните их над головой мобилизованного и прочитайте заговор. Замкните все замки над головой человека так, чтобы их дужки вошли друг в друга, и спрячьте этот оберег под кровать того, кто сегодня далеко от вас или вот-вот уйдет на войну. Ключи спрячьте все в разных местах, чтобы их никто не нашел и не смог использовать. А перед самым выходом из дома дайте человеку рубль со словами: «Как вернешься, так отдашь». Если человек уже далеко, то замки замыкайте над его фото. Когда вернется, замки открыть и утилизировать. Да пребудет с нами сила.